До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 ноября. Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов выше нуля. Днем будет до плюс 13. Последний осенний месяц вступил в свои права. Наши предки говорили, ноябрь – ворота зимы. 3 числа по народному календарю Илларионов день. Подул юго-восточный ветер, потеплеет. А вот если небо заплачет, то следом за дождем придут холода. Тайфун Гони обрушился на Филиппины, 7 человек погибли. Скорость ветра достигала 217 км в час. Стихия пришлась на самую густонаселенную часть страны, направляясь в столичный регион. Около 13 миллионов человек подвергаются риску из-за сильных дождей, ветров, наводнений и штормовых нагонов. Спасатели в турецком городе Измире продолжают поиски выживших после сильнейшего землетрясения магнитудой 7 баллов в Эгейском море. Сейчас подтверждена гибель 58 человек, 896 получили ранения, около 40 находятся под завалами, в больницах 214 пострадавших. Вторник в Бобруйске будет пасмурным. Возможны кратковременные дожди, утром прогнозируется туман. Ночью ожидается до плюс 5, днем до 9 градусов тепла. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.